Футбольная Сибирь снова осталась без главного тренера. Не проработав и 4 месяца, Евгений Перевертайло покинул свой пост. Клуб объявил о расторжении контракта накануне, однако последний матч под руководством Перевертайло Сибирь провела еще 26 сентября с московским «Динамо». В двух последних турах исполняющим обязанности главного тренера был Сергей Кирсанов. За 16 матчей текущего сезона ФНЛ Сибирь одержала победу лишь дважды. В 5 встречах потерпела поражение, остальные завершились ничьей. Причем больше одного мяча за игру «Орлы» забивали лишь однажды в матче с Тамбовым. Сейчас новосибирцы занимают 18-ю строчку турнирной таблицы и находятся в зоне вылета.